Гуманность. Именно гуманность. Гуманность с подчиненными, памятуя, что и они человеки. Признаюсь, Иван Ильич, до сих пор не могу взять толк, что вы изволите объяснять. Вы выставляете гуманность. Это значит, человеколюбие, что ли? Да хоть и человеколюбие, попробуйте. Человеколюбие всегда следовало. Реформа, однако, этим ограничиться не может. Поднялись вопросы судебные, хозяйственные, откупные, нравственные, и без конца их, этих вопросов. И все это вместе, все разом может породить большие, я бы сказал, колебания. Вот мы про что опасались, а не об одной гуманности. Сделано поглубже. Очень понимаюсь. Но позвольте вам заметить, Семен Иванович, что я отнюдь не соглашусь отстать от вас в глубине понимания вещей. Однако же все-таки смею заметить и вам, Степан Никифорович, что вы тоже вовсе не поняли меня. Не понял. Не понял. Возьмите силлогизм. Я гуманин, следовательно, меня любят. Меня любят, стало быть, чувствуют доверенность. Чувствуют доверенность, стало быть, веруют. Веруют, стало быть, любят. Я хочу сказать, что будут верить и в реформу. Обнимутся, так сказать, нравственно, поймут самую суть. Не выдержим. То есть как не выдержим? Да, не выдержим. Не выдержим. Ну, уж за себя-то я отвечаю. Сидят, сидят, да и едут. Этот скверный анекдот случился именно в то самое время, когда началось с такой неудержимой силой, с таким трогательно наивным порывом возрождение нашего любезного Отечества и стремление всех доблестных сынов его к новым судьбам и надеждам. Какой черт, куда ты рефандивал мою карету? Варлам! А ты не видел карету ее превосходить? Да, она вроде стояла. Англидишь, вроде и нет. Подлец народ. Просился у меня в канале какой-то куме. Тут где-то на Петербургской. Я настрого запретил им отлучаться. И вот бьюсь об заклад, что он туда и уехал. Он действительно уехал туда. Да обещал минуту обернуться, к самому, то есть, времени быть. Ну вот, я как будто предчувствовал. Уж я его. А вы лучше посетите его раза два в части. Вот он и будет исполнять приказания. Пожалуйста, не беспокойтесь, Семен Иванович. Так не хотите, подвезу. Счастливый путь. Мерси. Нет уж. Ух, я теперь тебя, мошенник. Нарочно пешком пойду. Чувству, чтоб тебя за это, так сказать, совесть замучила. Воротится и узнает, что барин пешком пошел, мерзавец. Ретрограды, старые колпаки. Ну, то есть, если
Не выйдешь. Что он этим хотел сказать? Главное, я убежден, душой убежден. Я гуманин, человек мой. Он уловлен, так сказать, как бишь его, это, сетями. И я делаю с ним все, что хочу, то есть для его же блага. Это я, это Семен Иванович. Это чеки, какая-нибудь прескверная рожа. Не, врешь. Сам всякий, я сей сниму. Я Трифона. Что я Трифона? Словом дыму. Попреком, конечно, дыму. Надо не будет чувствовать. Возьмите, ты ж его как-то. Кума. Пошел вон, поберушка. Послушай, братец. Чей это дом, братец? Чиновника Пселдонимова, регистратора. Пселдонимов? Ба, Пселдонимов. Что же он, женится? Женится, ваше сокровище. На титулярного советника дочери. Млекопитаев титулярный советник в управе служил. Этот дом за невестой их не идет. Значит, теперь это Пселдонимова, а не Млекопитаева дом. Пселдонимова, ваш сухарь. Млекопитаева был, теперь Пселдонимова. Я потому, братец, спрашиваю, что я начальник его. Я генерал над тем местом, где Пселдонимов служит. При теперешних отношениях в обществе мне зайти к подчиненному, эти, это же переворот идеи, сумбур. Здравствуй, добрый друг мой. Проходил мимо, дай, думаю, зайду к подчиненному. Посмотрю, как веселятся мои чиновники. И вступают в брак. Ваше превосходительство, честь. Пожелайте мне что-нибудь, ваше превосходительство. Будь счастлива, дитя мое. Браво! Маменька, папенька, штабс-капитан в отставке. Племянник их высочества.
Почему же музыка смолкла? Я никак не хочу, господа, нарушать веселье. Танцуйте себе, а мы с господином Млекопитаем и штабс-капитаном полюбуемся. Музыка! Строг, как начальник, но как человек он ангел. Их превосходительству. Ура! 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 Ну что может быть проще, изящнее такого поступка? Ведь я униженного нравственно подыму. Я самому себе его возвращу. Он детям будет своим поминать, как сам генерал пировал и даже пил на его свадьбе. Вот тут-то и сок, Степан Никифорович. Так точно, ваше превосходительство. А вот посмотрим, как не выдержим. Даже неприлично, это я. Да. Господа! 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 Господа, давайте играть вас вместе. Я очень вас прошу. Давайте играть вас вместе.
Если женский вопрос – это один только недостаток оригинальности. Женский вопрос выдумали мужчины. Мне доктор Шульц еще накануне говорит. У вас, говорит, осложнение. А я взял утро и понял, как это вам понравится. Господа! У вас имеется отчетливая склонность к подбоязни. Меда! Андрю! Месье! Агош! Сильван Прилей! От Женевского озера зубы болят. Свойство такое. Его превосходительство всего только 4 месяца назывался его превосходительством. Обновляющаяся Россия подмигнула ему и подала знак. Его превосходительство любил принимать парламентские позы, и подчас ему мерещились монументы, особенно когда разыгрывался его геморрой. Здравствуй, псевдоним. Узнаешь? Ваше превосходительство. Ну, то-то. Я, брат, тебе совершенно случайно зашел, как, вероятно, ты и сам можешь себе это представить. Ведь не прогонишь же ты меня? Полагаю. Рад, не рад? А принимай гостя. Я уж не помешал ли чему? Я уйду. Ваше превосходительство, помилуйте. Честь.
Удостойте присесть. Аким Петрович Зубиков служил столоначальником в канцелярии у его превосходительства. Это был человек смирный, как курица, самого старого закала, взлелеянный на подобострастии. К Пселдонимову на свадьбу он был зван как почетный гость. Зачем ж? Я подстаюсь. Присядь. Помилуйте, не извольте беспокоиться. Я и здесь. Можете себе представить со случаем? Я только что от Степана Никифоровича Никифорова. Ну, вы же слышали, да, тайный советник? Ну, в этой комиссии. Да, он теперь твой сосед. Иду. А ночь такая прекрасная, тихая. Вдруг слышу, музыка играет. Топот. Танцует. Любопытствую городового. Пселдонимов женится. Да ты, брат Пселдонимов, на всю петербургскую сторону балы задаешь. Да что, дурак, что ли? Тут бы улыбнуться ослу, и все пошло бы как по маслу. Думаю, дай войду к подчиненному. Ведь не прогонит же он меня. Рад, не рад, а принимай гостя. Познакомь же меня, Порфирий Петрович, с твоей молодой женой. Так сказать, с новобрачной. Ну, подведи же, братец. Очень рад познакомиться. Тем более в такой день. Замуж новобрачной уже давно хотелось. Подруг у нее никогда не было. Ума тоже. Она хоть и ходила когда-то в какую-то немецкую шуле, но из нее почти ничего, кроме азов, не вынесла. Особенно она любила щипаться.
псевдонима? Она у тебя прихорошенькая. Однако парочка. Впрочем, хоть бы она поконфузилась, я бы тогда шутить начал. А то ведь мое-то положение безвыходное. Господа, уж не помешал я вашим удовольствием? Сейчас начнем, а пока прохлаждаемся. Вы уж не в защите, ваше превосходительство. А уж, коль вы не погнушались нами, оказали честь к сыночку на свадьбу пожаловать, так уж просим милости. Поздравьте вином молодых. Не гнушайтесь, окажите честь. Так вы родительница вашего сына? Родительница, ваше превосходительство. Желаю вам, сударыня, и тебе, друг мой Порфирий, желаю полного и долгого счастья. И какие славные эти наши старухи. Всех оживил. Я всегда любил народности. Ого. Порфирий. Un homme très mal élevé. Oui, oui. Скажи, пожалуйста, Порфирий, почему, я давно хотел тебя спросить об этом лично, почему тебя зовут Псевдонимов, а не Псевдонимов? Ведь ты, наверное, Псевдонимов. Это верно, еще его отцу при поступлении на службу в бумагах перемешались. Так что он и остался теперь Псевдонимов. Это бывает. Непременно, непременно, потому сами посудите. Псевдонимов происходит от литературного слова псевдоним. Ну, а псевдонимов ничего не означает. По глупости. Что, собственно, по глупости? Русский народ. По глупости иногда изменяют литеры и выговаривают иногда по-своему. Например, говорят «невалид», а надо бы сказать «инвалид». Ну да, «невалид». А еще говорят «нимо». «Нимо» вместо «мимо». Ну что пристал? Да что это? Я разговариваю. Нельзя, может быть, и говорить. Изволит находиться не в своем виде. Не в своем виде, как? Точно так, в нетрезвом состоянии души. Генерал-то наш под шофе. Кто это? Не знаю. Она, видишь, генерал под шофе. Она так на воздухе и держится. Вот она штука. Открыл ты все, капитан Кук. Мореход. Музыка! Да-да! Месье! Алгажа вода! Альбини! Джадыга! Сильва Пилле! Я, месье!
господа, прошу, прошу, у меня есть одно, вот, господа, одну минутку, господа, прошу, минутку, внимание, минутку, у меня есть новость, господа, прошу вас, минутку, алле! Ты, брат Порфирий, это самое, не церемонился бы. Если у тебя есть что-нибудь насчет распоряжения или там что-нибудь, пожалуйста, не стесняйтесь. Прикажете, ваше превосходительство? Я право не знаю. Я право не знаю, если... Я ведь здесь совершенно случайно. Позвольте представиться. И, конечно... Ой. Иные могут понять, что мне, так сказать, неприлично быть на таком собрании. Но я надеюсь, вы понимаете, почему я здесь. Ну, не вино же, в самом деле, я пришел пить. И при том я трус и подлец. Я здесь, чтобы, так сказать, ободрить. Так сказать, нравственную, так сказать, цель. Возьми, Сенечка, я еще... Порфирий! Браво. Порфирий! Сидите, Игнатий Лукович, а? Мадам! Месье! Алле! Лаше, сильбукле! Судите, Гнатилковый! Вы не сантима! У вас нет линии жизни. А я существую? Очень странно. Но их нет. Вот видите. Послушай, ты мне друг или нет, а? Друг ли я? Да. Разве я тебе это не доказал тем, что я здесь? Ну, в таком случае, дай мне взаймы 20 рублей. Зачем я тебе? Мне необходимо купить шапочки моему генералу. Ну так ты дашь или нет? Да не дам я тебя, потому что у меня их нет. А если бы были, все равно бы не дал. Твой генерал ретроград. А позвольте танцевать с цензурой. Понимаешь? Луиза, внимание, у меня есть новость, господа, новость, денег нет. Копеечки. Еще 20 рублей. Что? 20 рублей. Честь. Шампанское купить. Ах, шампанское? Куда-то. Хорошо. Оказывается, у вас превосходные вкусы, а? Вы без шампанского не на шаг. Не для себя, я же прошу тебя. А для генерала. Тормозите! Ты же малый проклятый! Ты же! Коляны! Ха-ха-ха!
Дядюшка, кто это, Псилдонимов? Беснуется? Денег да. требует. Откуда же я ему деньги-то возьму? Ты что задумал, денег? Прямой разбой. Батюшка, сейчас. Вы, бабье, разговорились. Стоять по углам, как рассмотрю. Порфишка, два шага вперед. Ты к тебе, Порфирий, генералы ходят. Вот оно что. Ты, значит, себя надо мной оставить хочешь. Вот я, дескать, каков. Мне черт не брат. У меня генерал в приезде. Что мне... Млекопитаев. Бабе. Да ключ! Я тебе генерал! А не он тебе генерал! Я! Слышал! Я! Ну! Бабеньки! День и ночь не буду, бога молит. Два целковых, пожалуйста. Зачка спляшешь. Не шибко. Музыки нет. Пойте-ка ему. Ну! Батюшка. Батюшка. Батюшка, батюшка. Отец родной. Батюшка, батюшка. Батюшка, отец родной. Батюшка, 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 отец ты наш. 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 Батюшка, батюшка, батюшка. Батюшка, отец ты наш, батюшка, 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 отец ты наш, батюшка. Ну, пляшет и пляшет. Только не вздумайте его особо жалеть, господа. Он, конечно, страдает, но испытывает при этом какую-то позорную, проклятую сладость. И даже страшно произнести наслаждение. Да-да, господа, наслаждение. Я стою на том. Потребность в этом тайном, подлинном наслаждении рабством есть черта каждого Псилдонимова единолично и всех Псилдонимовых с начала веков. Батюшка, 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 отец ты наш! Батюшка, 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 отец ты наш! Батюшка, 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 отец ты наш! Сотворите древо добро, и плод его добр, или сотворите древо зло, и плод его зол. От плода по древу познано будет.
порождение ехидного, как можете добро глаголать. Возьмите силлогизм. Нравственно. Маля. Аким Петрович. Я тут. Порфирий. Ваше превосходительство, пожалуйте к столу честь. Я право не знаю. Я хотел бы уйти. Честь! Господа, ваше превосходительство, окажите честь. Не погнушайтесь нашей бедности. Пожалуйте к столу. Ваш просветитель. Я состарился, так сказать, не количеством прошлых лет, а их качеством. А? Ты сказал, чтобы я сбрил бакенбарды, потому что в них мало патриотизма. Я их сбрил. Я всю ночь съесть обезьян. Представиться, смотрите, в приют общества императрицы Марии Федоровны. Упала на общество. 9 лет. Господа, разрешите предложить тост? Смаюсь. Господа! Простите меня, я так сказать, фанатик человеколюбия. Я пишу завещание. А что и кому вы оставляете? За невозможностью быть русским я стал славянофилом. Хотели под суд отдать, но заметили, что померли. Полагаю, что со мной завтра длинную подучу приключиться. Философствовать я люблю. Люблю умные разговоры. Но предупреждаю от мужчин. Нет, очень нехорошо. Мне даже совсем неприлично. Надо было уйти. И не только уйти, надо было спасаться. Не, я не уйду. Я должен нравственную цель обнаружить. Заговорю о вопросах, о реформах, о величии России. Я
пишу завещание. И уже я ее обнаружил. Нравственную цель. Я еще их увлеку, да, может быть, ничего не потеряно. Еще бы только начать, чтобы их привлечь. Какой-то такой прием изобрести. Теряюсь, просто теряюсь. И что им надо? Да. Чего не требуют? Ну, мне-то что надо? Я что здесь? Чего не ухожу? Чего добиваюсь? Почему люди не смеют убить себя? Что удерживает? Две вещи. Только две причины. Одна очень маленькая, другая очень большая. Но и маленькая тоже очень большая. Это боль. А большая – это Бог. А ты знаешь, что такое Бог? Бог – есть боль страха смерти. Но и это все равно. Друг мой, я сдвинулся с места и поехал. Куда поехал, не знаю. Но знаю точно, что поехал. Шампанского, господа! Шампанское! Многое было. Но потом я догадался, что и прежде ничего не было. Так только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда, нигде ничего не будет. Тогда я перестал сердиться. Милые вы мои, славные. Разумеется, думало его превосходительство, как джентльмен, он с ними на равной ноге и отнюдь не требует каких-нибудь особенных знаков. Но в необходимый момент напомнит, что он и они – это разница-с. Земля и небо, что уж там ни говори. Ведь он отец... Они дети. Да, господа, он отец, они дети. Да, я смешной человек. Они теперь называют меня сумасшедшим.
Но это повышение в чине. На дуэли очень, я думаю, хорошо. И страшно как. И завещать свою кожу на барабан. Примерно в Акмолинский пехотный полк. На барабан. Я откровенности их дойму. Я открою им все. Я их поражу неотразимо. Извольте их откушать. Они наполнят бокалы и с криком выпьют за мое здоровье. Слушай, ваше превосходительство. Я офицер. Я в этом уверен. Он разобьет свою рюмку о шпору. Даже можно было прокричать «Ура!». Ура! Даже если бы вздумали покачать меня по-гусарски, я бы этому не противился. И весьма было бы хорошо. Ну, нет у них этой светского лоску. Нет этой, как бишь, ее сердечной деликатности. Но я скажу им о современном назначении России. Упомяну и о крестьянском вопросе, да и они все будут любить меня. Да они уже и сейчас меня любят. И я выйду со славою. Без помощи полиции не понимал. Чего вы затыкаете уши ватой? Плохо слышите? Нет, наоборот, люблю тишину. Я уже сказал, господа, сейчас Аким Петрович, что Россия, именно Россия, сейчас переживает. Именно Россия. Господа. Одним словом, вы понимаете, что я хочу сказать. Переживает, по моему глубочайшему пониманию, гуманность. Вот она штука какая. А что если с богами туфлю? Распознайте, как кто ко мне относится. И какой у них там наверху. Выражение хорош. Вот останусь здесь. А что, как не вылезу отсюда в офис? Пусть будет стыдно и совестно. Лягу здесь спать. А чего не сможешь? Пользуйся. Не приносишь? А какую я службу пойду? А? Какой мундир толстоту-то мою? Вот, надену мундир. Господа! Ваше превосходительство, в
Всю жизнь мы занимаемся только тем, что беспрерывно вас уважаем. Заявляем от лица общества. Гуман. От человека люби. Возврати человека самому себе. Возроди, так сказать, собственное достоинство. И тогда с готовым материалом приступить к делу. Господа, возьмите силаги. Нет, силаж снесть обезьян. И только под утро и снилась веревка. Значительное сновидение. Я решил завещать свой скелет в академию, но с тем, чтобы на лбу его навеки вечный гуман наклеен ярлык. И давеча, давеча я раскаю, уже говорил, что давеча, что гуманность, обновление, так сказать, вещей. Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! А их миллионы! Ровно ничего, ваше превосходительство. Продолжайте. Обновление, так сказать, этих самых вещей. Увлекся с первого начала. Что ты орешь? Вывести тебя отсюда! Просто так. Продолжайте, продолжайте. Я слушаю и очень-очень вами доволен. Похвально. Мальчишки. Лежу, пьяный. Это заговор, чтобы скандалить свадьбу. Это я, ваше превосходительство, рассказывал про одного поручика, который к каждому слову начальству все прибавлял. Похвально, похвально. Да, так вот он теперь и подражает ему. Хотели под суд отдать. Но заметили, что помешан. Медицинное свидетельство, ваше превосходительство. Да. Значит, анатомия? Помилуйте. Он был совершенно живой. Господа! 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 Я совершенно понимаю, что живого не анатомируют. Я полагал,
сказал, что он в помешательстве уже был не живой. То есть умер. Я вижу, что вы все, я спрашиваю вас всех, чем я унизил себя? Ваше превосходительство! Помилуйтесь! Помилуйтесь, я обращаюсь. Я обращаюсь к тебе, скажи. Я пришел на свадьбу. Честь. Я пришел на свадьбу, я имел цель. Я хотел, чтобы нравственно поднять. Я хотел, чтобы чувствовать. Я обращаюсь ко всем, что я очень унизил себя в ваших глазах или нет? Дас! Дас, вы унизили себя. Дас, вы ретроград! Молодой человек, опомнись. С кем вы так, скажите, говорите? С вами! А во-вторых, я не молодой человек. Вы пришли ломаться и искать популярности. Да, вы пришли похвалиться гуманностью. Вообще подозреваю, что вы один из тех начальников, которые лакомы побесильничать с маленькими жалами своих подчиненных. Пшик ты, а не генерал. Данил. Сейчас, ваше превосходительство, не извольте беспокоиться. Негодяи! Пробные недоделаны! Существа, созданные на смешку! Ой! Ох! Ох, не хотел! Вот куда это вы про меня? Благодарен, но независим! Подлецы! Эффектно, господа. Даже рискованно. А как же иначе? Ведь злокачественный сотрудник сатирического листка был отчасти даже романтиком. Но вот тут-то, господа, и заковыка. Свойство нашего отечественного романтика – это, конечно же, все отрицать, ни с чем не примиряться, но в то же время всему уступить, все обойти, со всеми поступить политично, постоянно не терять из виду полезную и практическую цель, а именно – казенные квартирки, пенсиончики, звездочки да награды. Усматривать эту практическую цель через все энтузиазмы и томики лирических стишков. Наш романтик – первейший плут из всех плутов. Несчетное число романтиков значительные чины впоследствии происходит. Шельмы. Такое чутье действительности вдруг оказывают, что изумленные начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивает. Ваше превосходительство! Я уничтожен. Ваше превосходительство! Я хотел
так сказать, крестить. И ваш вот превосходительство. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть. Тогда приведоша к нему беснующийся слепо и немо, и исцели его, яко слепому и немому глаголати и глядати, и дивляхуся всей народе глаголище, еда сей еси Христос, сын Давидов. Фарисеи же, слышавши, реши. Более ваши Порфирий Петрович, но их следует отсюда. Я укажу вам место. Несите его. Разобьется. Несите его. Спокойно. Такие тяжелые. Мам. Он бесстыдный. Готов служить под вашим лестным начальством. Mm.
Говорят, такой час и пяти взять мало. Что ты? Разговорились на трех. Тихо, тихо, не ори. Не нужен извозчик. Их превосходить свой лицо. Но, мой друг, как же с ним же рассчитаться надо? Нет у меня денег. Нет у меня денег. Ты не мал, ты плачешь. Как же я расплачусь? У меня в жизни и гривенника не было. Извозчик. Ну, иди, иди отсюда. Поворачивай, иди. Поеду где на пески. У меня там друг студент. Господа. Господа. Ничего, ничего. Потерпи, мой голубчик. Потерпи, батюшка. Ничего.
не упали бы. Ничего, ничего. Ты, батюшка, муж после этого. Куда ж ты годишься после этого срама? Помер. Ты кто? Я не знаю. А где я теперь? Thank you.
псевдонимов? Браво. Ваше превосходительство. Музыка. Честь. Пошел отсюда, поберушка. Ишь, расселся. Пошел отсюда. Тут господин Псевдонимов женится. Он вашего брата не уважает. Так он же нищий теперь. Подайте ему копеечку. Вот еще. Он же ее пропьет в тот же миг. Ты кто такой? Ты
скля передо мной. Нуль! Смирение, смирение, смирение. Ой, не бойся, голубчик, еще рано. Поспи, поспи. Умойся, умойся, батюшка. Нельзя же, не умывшись. Иди, иди отсюда. Дядька серый встанет, сядет на кровать, тонко пискнет на еще просьба о переводе в другой департамент чиновника Псевдонимова. Прошу вашего милостивого содействия, ваше превосходительство. Так он переходит? Ну что ж, я с моей стороны, я употреблю. Я готов. Передайте ему. Передайте псевдониму, что я не желаю ему зла. Да, не желаю. Что напротив, даже готов забыть все прошедшее. Забыть все, все. Все происшедшее уже казалось его превосходительству вздором. Он и думать забыл, что мерещился себе в виде нищего. Какие там нищие? Напротив, у него сделалась приятнейшая гармония духа, образовалась эдакая нравственная балансе, и как-то вдруг сразу все стало на свои места. И стало прочно, господа, недвижимо.
что вы наделали? Что? Вы же убили его. Псевдонимова. Он убил его. Это убийство, господа. Это же муха. Нет. Это он. Разве вы не видите, что это псевдоним? Я протестую. Это муха. Не ссорьтесь, господа. Тогда позовем мать. Она опознает тело. Я протестую. Перепутали, господа, это похороны. Нет, это свадьба. Нет, это похороны. Нет, свадьба. Это похороны, но все равно. Смейтесь, господа. Это очень весело. Это очень весело, уверяю вас. Маменька! Маменька, я живой! Не смейтесь! Не живите!